Дело в том, что с 30 марта вступил в силу закон о регистрации квадрокоптеров, и вот я хотел бы зарегистрировать свой квадрокоптер. Значит, все вопросы регистрации и прочее занимается Самара, которая брала клиент татарское управление. Татарское управление было ликвидировано в 2014 году. И все функции, вот это регистрации и прочее, они пришли в Самару. А это мне что, в Самару ехать, чтобы квадрокоптер? Значит, что у вас имеется на сегодняшний день? Ну, если я сейчас пойду летать на улицу, например, где-нибудь в центре города, то тогда полицейский любой может подойти и забрать у меня его просто. Вот, поэтому вопрос, знаете что, обратитесь в Самару по телефону, сейчас я вам дам. Давайте. Так, регистрация, у вас что, самолет, или что у вас там такое? Квадрокоптер, это беспилотник. Беспилотник? Да. А они вообще регистрируются? Ну, с 30 марта вышел закон о том, что нужно регистрировать каждый беспилотник. Ну, так там, значит, 30-м, в этом приказе уже было отмечено, где регистрируется, как регистрируется. Написано, что в Росавиации вашего города. У нас Росавиации как такового нету. Ну, плохо. Хорошо. Это хорошо-то. Это управление, было управление, ликвидировали. Сейчас функция выполняет Самарское Приволжское управление Министерства межрегионального территориального управления. Ну, я вам сейчас телефон дам. Давайте, давайте. А вы разбираете там потом, как вам нравится. Хорошо, я вас записываю номер. Да, значит, запишите телефон. Вот, 88-46-205-96-22. Что ж, спасибо это большое. Это приемная начальника управления. Там есть такая Чурин Наталья Валерьевна. Наталья Валерьевна? Наталья Валерьевна. Угу. Хорошо, спасибо большое. Всего. Это уже, получается, четвертый звонок я делаю. А, нет, пятый звонок. Чтобы хотя бы просто узнать, куда звонить. Соединение установлено. Здравствуйте. А, мне ваш номер дали. А, мне нужно зарегистрировать квадрокоптер, беспилотник. Кому я могу обратиться? Рано еще. Что значит рано? Можете, пожалуйста, немного поразборчивее говорить? Я говорю, нет разрешительных документов еще не дали нам административного регламента на выдаче сертификатов годной годности, свидетельства о регистрации. Хорошо, еще такой вопрос. Я нахожусь в городе Казань. Мне сказали, что в городе Казань это под управлением вашего города Самары, вашего управления. Это правильно? Чего под управлением Казани? Я нахожусь в городе Казань. Хотел зарегистрировать свой беспилотник, но мне сказали, что в Казани управление было распущено, и Казанью занимается вот ваше управление теперь. Да, да, так точно. Хорошо, как мне его зарегистрировать, если я нахожусь в другом городе? Вот когда будет регламент административный размещен на сайте Росавиации. То есть вы даже не предполагаете примерно, как и вот я так понимаю, что я должен вам его показать, что вы должны его проверить, что я он. Я понятия не имею, что они там напишут. Сейчас пока что есть только изменения воздушного кодекса. Угу. Но как действовать? Нам еще документов, вот именно поэтапно, как это делать, не видали еще. Угу. А когда это будет, можно сказать? Это можно задать вопрос только в Росавиацию. А вы кто? А? А вы кто? Ваше. Мы региональное отделение. Угу. Ну, а, смотрите. Это, там центральный аппарат, они делают эти регламенты административные через департамент авиационной политики Минтранса. Все это в Москве. Я вас понял. А вот закон в силу вступил с 30 марта. Вот сегодня 31. Мне вот на улицу можно выходить летать или нет? Это вопрос. Я считаю, что вас никто не имеет права, если нет еще механизма, чтобы наказывать за эти деяния. Угу. Хорошо, спасибо большое. Всего доброго. Это так можно все понимать. Ну, я не знаю, в интернете очень об этом пишут много, и как бы он денег стоит, я не хочу его терять, поэтому лучше зарегистрироваться. Я понимаю. Так, что вам посоветовать-то можно? Обратитесь... Тогда в Росавиацию.
Хорошо, попробую. Спасибо. Просто раз, напишите мне, нравится такой-то вот вопрос возник. Как вы зарегистрируете? Прямо в электронном письме напишите. Хорошо. Да. Они вам как обращение гражданина должны зарегистрировать и ответить. Но я думаю, все-таки это мне вопрос недалекого времени, что все равно это в ближайшее время. Но чтобы вам прикрытие было, вы вот это письмешко напишите. Хорошо, спасибо большое за совет. Всего доброго. До свидания. Спасибо.